Статистику трагических случаев пополнило еще одно пьяное ДТП, произошедшее в Махачкале. 29-летний житель Кумтаркалинского района сбил насмерть работницу ЖКХ. 67-летняя женщина примерно в 6 утра подметала проезжую часть дороги. В это время в нее на скорости врезался молодой человек на «Лексусе». От полученных травм женщина скончалась. После столкновения пьяный водитель скрылся во дворах. Спустя несколько часов правоохранители установили местонахождение лихача. Я посигналил, она меня увидела и не остановилась дальше. Пошла, я думал, она остановится на середине, она дальше стала переходить дорогу. Чтобы избежать с ней столкновения, я выжал тормоза, нажал на тормоз, ушел на встречную полосу, чтобы ее объехать. И допустил с ней столкновение. Как признался сам водитель, в этом году он уже был лишен прав на вождение за отказ от освидетельствования. На момент аварии автомобиль виновного был еще и без регистрационных номеров. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения.